Нет, не занята. Ты будешь стрелять сам? Да! Может, да. Хорошо, да. Сергей, давай следующий вопрос. Генератор вопросов. Дата окончания, дата победы. 9 мая, не шутите. Руки, ребята. Вон книжка ответа. Дата победы, а дата окончания. Я не сказал даже, где победа, в чем еще, да, не сказал. Да, готовы? Руки тянем, руки. Хорошо, ладно, упростим. Дата окончания, официальное окончание Второй мировой войны. 1945 год, 9 мая. Это день победы. Неправильно. Всей войны, что понятно. Слушайте внимательно. Когда война вообще кончилась? Война рассказываем, все поняли. Дата окончания Второй мировой войны. Когда Японию победили уже. Когда и капитуляция Японии? 2005. Ну что, еще раз, давай. Второй мировой войны. Когда Вторая мировая война закончилась? Так. Шло месяц. Месяц пятый. Нет. Неправильно. Хватит, Ирин, ты уже стреляла. Вы тоже другие слушаете и подхватываете. Ну, какой месяц сегодня? Подсказку даем. Вот, правильно. Число какое? Давайте не будем. Второй. Может быть это. А где был подписан акт о капитуляции? Вы знаете? Я в Берлине. Нет. В Москве? У нас? Ну почему в Москве? Линкор назывался. На котором был подписан. На корабле подписали. Не знаете? Ну ладно. Кто из парней? Кто у нас? Почему знали? Да, мы знали. Я думаю, вот. Молодой человек, который про 4 утра сказал, ой, 6 утра, Максим, да, зовут? Ничего. Остальные готовьтесь, мы сейчас, вопросы, я понимаю, туговато, да, у нас пока с это, 1 сентября только началось, еще не раскачались, но руки вы уже разогрели. Сейчас Петр Владимирович вам маленький тест проведет на физические упражнения, посмотрим, как у вас ручки потом дрожат перед стрельбой. Кто готов попробовать? Я. Пока Максим на стрельбу готовится, остальные сюда. А можно я тоже? Сюда. Все.